Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. Музейная комната «Советское время» приглашает детей и их родителей на открытие выставки все выше и выше и выше. Здесь вы найдете экспонаты того самого времени, когда первооткрыватели штурмовали небесные просторы, а каждый второй ребенок мечтал стать космонавтом или летчиком. Вы узнаете немного об истории города, а именно о его авиационных и космических улицах и парках, о людях, которые помогли сделать Самару космической столицей. Открытие выставки 15 апреля в 14:00 по адресу: улица Аэродромная, 16А, Центральная городская детская библиотека. Вход свободный. Также в субботу в галерее «Виктория» все желающие приглашаются на фестиваль книг. Вас ждет рассказ о любопытных изданиях в рамках проекта «Круг общения», мастер-класс по коллажу, презентация нового романа Андрея Олиха, а также арт-викторина и книжная барахолка, где можно будет купить новые и старые книги по искусству и культуре. Галерея «Виктория», Некрасовская, дом 2. Вход свободный. Начало в 16:00. Театр «Самарская площадь» приглашает на спектакль «Планета». Автор этого рассказа о жизни и любви – музыкант и режиссер Евгений Гришковец. Вечная тема «Мужчина и женщина» раскрыта с легким юмором, непосредственностью и одновременно мудро и проникновенно. Начало спектакля в субботу в 13:00. Самарский зоопарк приглашает всех поучаствовать в увлекательной и познавательной акции «Погладь меня». Вы сможете познакомиться поближе с веселой обезьянкой Саймоном, погладить капского варана или пушистого кролика, побороть свой страх и потрогать 35-килограммового питона Мурзика, сфотографироваться вместе с полосатым скунсом Кокошей, узнать много интересного и пообщаться с другими питомцами зоопарка. Акция проводится каждый вторник и субботу с 10 до 18:00. В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля будут организованы дополнительные автобусные рейсы к самарским храмам. Автобусы подъедут к Покровскому кафедральному собору, храму во имя апостолов Петра и Павла, храму в честь Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевскому собору. Транспорт будет подаваться к половине третьего ночи, когда в соборах закончится праздничное богослужение. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!